Всем привет, с вами Ню и Зецу, вы на канале Фрикаделька, а мы в своем личном культе. Да, всем привет, видите, как парашка трясется, радуется жизнь. Ага, я тоже трясусь, только не от радости. Так, этот у нас пришел, принес ежик. Ежик. Наконец-то я снова дома, и у меня хорошие вести. Мне удалось найти 31 дерево во время странствий. Молодец, вот прям молодец. Стой. Я, говорит, заебался. Благословляйте. О, спасибо. Но мне бы, говорит, поспать. Пошло, разъебусь. Иди поспи. Кто чё следующий там хочет пойти? Зэцу... О, я с ним обручён. Ну, Зэцу, слушай, а иди-ка хоть для разнообразия сходи, хоть брёвен принеси нам. Да, я с радостью. Только не потеряйся. А можно, интересно, потеряться? Или умереть в походе? Ты в курсе, что у тебя там растут мухоморы? Да. Окей. Так, он дремнуть пошел, это мы чиним. Раз ты принес дерево. Это мы чиним. И это мы тоже чиним. Ну, допустим. Это мы вот так делаем, берем, ставим остальные хижины, которые у нас недостроены. И все получается, все супер. Ну, в целом красивенько, конечно, но... Так, тюрьма это все стоит, могила стоит. А, туалет, нам надо какие-то освещенные деревья. А вы там, кстати, я, по-моему, что-то ставил на освещение. Вы осветили там мне? Нет, не доосветили он. Чего вы так плохо-то работаете сегодня? А, ну может потому, что вас просто мало. А я тут вам задачи нарезал на год вперед. План поставил невыполнимый. Ладно, собираемся. Как говорится, нас мало. Нас мало. Но мы все сможем. Точнее, вы все сможете. А я все поимею, да? Что-то он там про любовь начал говорить. Что-то да, он говорит, стараемся мы ради друг друга, ради семей и тому подобное. Что там по ритуалам? У всех у вас семьи, ипотека, поэтому надо работать. Работать. Ты что, им вот эти вот сооружения, в которых они спят, в ипотеку сдал? Да ты монстр. Так, подождите, стойте. Ритуалы, ты... А что, у меня нет... А, я уже делал. Да. Все, ладно, тогда... Там мы победили Хикат, там на по-любому открылось следующее. А ты что не спишь-то, я не понял? А что, он заболел, походу? Иди спать. А, так ты его только что поднял, конечно. А, ну. Так, пойдемте посмотрим, что там есть. Отлично. Отлично, да. Цепь вторая сломалась, и вот это вот кальмар или кто там? Не открылось нихуя. Чё дрожишь ты? Не дрожи, креветка. Не дрожи, все нормально. Я больше тебя не буду бить. И даже был стукнуть после этого. Это нельзя бить. А, точно. Сколько надо человек-то? А вот есть у нас 10 человек. А, чудно. Ой, 8 человек. Только я не участвую в ритуале, я меня отправил к себе. Молодцы, прям хорошо. О, все пожертвовали кровушкой для этого. Так, лисичка. Сколько денег? 50 много. Пожалуйста, ставлю его себе, говорит. Че, прям туда пойдем? Ну, конечно, новую локацию-то посмотрим. Давай. Топь. Интересно, прям что за топь. А спрутик у нас там? Кальмар там. Спрут. По-моему, кальмар. Халамар. Кинжал, вау! Что мне... Ну, блин, прикольно, как будто под водой. Красиво. Прикольно. Под водичкой тусимся. Тут интересно, новые есть какие-то вещи, которые мне, типа, грибы? Наверное. Это что такое? Не знаю. А тут будут агрессивные сквидварды? Не знаю, что тут будет, но тут очень много врагов. Они похожи на птичек. Нелогично, что они здесь находятся. А почему ты синий? Ну, типа под водой находимся. Это что такое? Главное, синий только ты, понимаешь? Короче, это одеяние должно было быть зеленым. А, надо было переодеться. Что такое? А, не русский. Нифига тут, слушай, костей там можно фармить. Кости ну, вылетают из дно. Всего оттуда-то прям. А, тут топленники. Так я тебе говорю, это же дно. Это мешки с трупами. Декстер постарался. Да, много тут, конечно, поутапливали, я тебе скажу. Ой, блин, ладно, идем дальше. Это что такое? Похоже на что-то из... от лешего. Но почему оно здесь? Тебя просят до сих пор приготовить некий кулинарный шедевр. Да, я даже не знаю, что это за кулинарный шедевр, понимаешь? Ну и далеко не кулинар.
чё, ты не обнаглел ли чё там кидаться там такими бомбами? Нихуя себе, он такой мощный. Иди отсюда. Блин, медузок домов лишаю. Ну, медузки здесь милые. Медузки, да, красивенькие, зеленые. Ведь почему-то в розовом. Цветокор не очень понятно. Что случилось? А так этот сейчас каламар к тебе придет. А, он пришел. Ты ж постоянно они приходят. Что надо, так кальмах. Кальмах. Ого, он меня обнаглел телекинезом. Он прислал немало таких, как ты. Все они пали один за другим. Надо признать, твоя жизнь продлилась дольше, чем прочие. Я с большим удовольствием посмотрю, как яд медленно отравляет источник твоей силы. А! Это кто? Каин. Каин? Неплохо. О, господи. Блять. Он его спидом заразил. Знаешь, это как четыре всадника. А типа Хикат, помнишь, их настроила против нас, чтобы они в вере, ну как бы, засомневались. Нет, он, голодом морила. Первый настроил против нас. Война, голод. А последняя смерть, получается, будет тогда? Получается, это у нас чума и последняя смерть. А что, он будет убивать их, интересно? Да, наверное. Он скажет, я лишу тебя вообще источника твоей силы. Не, ну если это будет так, то это действительно омаж на четырех всадников. Опа! Все стырено оттуда. Да, конечно, все из Библии. Из этой книжки. Человечество тысячелетиями создает по Библии. Ты что хочешь от меня? Безумие нашей сестры Химах было предсказано первыми же картами, теми же, что я выкладываю сейчас. Впрочем, что есть судьба, абсолют, к которому нужно стремиться, или же сила, что нас вдохновляет. Подойди, я сделаю еще один расклад. Первая карта – маяк, вторая – тень, третья – потерянная или украденная вещь. Карта перевернута, утраченное должно быть возвращено. Чего? Карты сказали свое слово, реликвия взывает к тебе. Если найдешь ее, она будет твоей по праву. Я слышу, как тасуют колоду рука найти судьбы. Найти реликвию по подсказкам клон. Чего? А вы подсказки запомнили? Ну, я надеюсь, они где-то записаны. Маяк. Маяк, тень. И что-то потерянное. Может быть, это вот где на маяке вот эта херня в воде, которая... Сейчас посмотрим, ладно. О! Божественная сила? Божественная скорость атаки. Ну нихера, он прям... А тебе что, кинжал, да, дали? Ну кинжал мне бы выкинуть на самом деле. Но пока с кинжалом походим. Так, сука, что там? Вы получаете... Вот, сойдет. Ну ладно, нормально. Все лучше, чем ничего. Так, ну... Нам по магазин-последователи есть. Есть просто последователь. Давай, ну, пойдем просто... в магазин последователь. Может, там можно больше, ты чем одного. Ты просто ко мне хотел, так скажешь. Оп, тычка. Тебя еще мучает голод? Возьми это вкусное создание бесплатно. Давай, чику заберем. Ты, пожалуй, оставлю себе, я проголодался. Давай, заберем. Ты теперь мой белый цыпленок. Я бы, знаешь, я больше бы боялся, я больше бы с ним боялся идти. Да. Чего слабый, жалкий создание? Смотри, что у меня есть в лесах, столько всего вкусного. Да, я вижу. Коровка, котик, я бы коровку забрала. Так, пойдем через камушки. Как у нас выбор есть. Последователь там, последователь тут. А, медузок можно убить. Да, ты не понял? Я что-то даже не... Я думал, они убегают сразу и все. Нет, я изначально подумал, что их можно кто убить. Кто там верный последователь кальмара? Каламар. Разбили статую ему. Сейчас он обратно соберется. Ну да. Блин, красивая локация. Такая в теплых таких... Вообще в холодных таких зеленых тонах. Хотя нет, в теплых, кстати. Ну, это доступно откровение. Это хорошо. Пойдем откровенничать. Откровенно нужно поставить им туалет, если честно.
Откровенный туалет. Ой-ой-ой-ой. Откровенный туалет. С Глори Холлом. Подожди, меня заваливают. Подожди, не могу посмеяться над твоей шуткой, да? Да-да-да. Тут все страшно. А как мне вот с этими-то, блин? А чё? Давай. А, так типа. Давай. У них есть щиты, им надо какой-то фигней пробивать. А-а-а. Ах ты, сволочь, ударил меня. Ты чё? Чё здесь за хрень какая-то из жопы валится? Да ты чё? Ты достал меня. А чё он такой шустрый? Слава богу. Дайте мне что-нибудь. Ну не это, вот чуваки, ну не это. Смертельно, ну, мы начали ближний боевой мощный удар, который может быть усилен. Ладно. Сейчас с ним. Всосали. Все, шутка уже не актуальна. Ну а что делать? Ты ее даже не помнишь. Я помню, что откровенный туалет. Не помню. А дальше-то, дальше. Если люди знали еще, что это такое, что ты сказала, тогда вдруг было. А люди могут загуглить. За Яндексить. Кому что комфортно. О! Тебе что надо? Я устал эту реликвию. Похоже, Химах все еще здравствует, хотя созидание рождается из разрушения, как велят законы природы. Ну и? Мы были детьми, последние из первых божеств. Нам было поручено раздавать священные орудия, но никогда не брать их в битву самим, как велят законы природы. Где-то в этом мире я чувствую тьму. Часть меня покоится в чреве огромного существа, и смех разносится по его обиталищу. Найди эту реликвию. Чего? По подсказкам Кдая найти реликвию? Да вы что, с ума сошли? А что за подсказки-то хоть? Видимо, какое-то чрево большого существа, всякая фигня. И он не дал из оружия, блин, только стилет. Ладно, заменим один стилет на другой стилет. Ладно. Хорошо. А вот... У нас просто, видишь, ножей нет. Ой. Не, может, это все-таки подводная лисичка, мне кажется, она подходит. Тебе не кажется? Какая подводная лисичка? Ну, которая там на маяке тусит какая-то. Она на лесу похожа. Хуйня вот эта из-под воды вылазит. Ну, может. То есть, как бы и маяк, и тень, и чрево. Но оно все подходит. Вообще. Ладно, сейчас пойдем. Уберемся. Они бы хоть написали по подсказкам и написали бы подсказки. Саус. А мы что, до босса дошли? Да. Да? Так, ты просто плюешься, они такие да? зелененькие. Ты просто плюешься, ведь я понимаю, да. Просто плюешься. Хорошо. А, так, жить умеет, хорошо. Призывать умеет. Так, понятно, плюется, прыгает, призывает, все, ладно. Ага. Ах, этот, ты, этого приема я не знал. Полетишь? Ой, 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 ой. Ой, как-то он больно прям летает. Причем больно ему. Ну, он еще можно... вперед летать. Он еще, смотрю, он пусть делает. Он такой, тяп. Да, он может немножко вперед, как бы, клюнуть. Ай-яй-яй. Ага. Клюнуть. Мы не с такими живем, которые делают кусь и клюются. Да? Ну, как-то больно себя бьет, конечно, уж очень сильно. Ой. И? Допустим. Красавец. Опа, Химах. А что Химах? Ой, Химах. Это же золото. Салас, теперь ты мой. Yeah. Теперь ты мой последователь. Так, подарок, дерево, семя цветной капусты. Возьми семя цветной. Никакого семя, нам подарок. Подарки нам нужны. Ой. Дерево ты взял. Надстраиваться надо. А то мы забили совсем на отстройку. А, опять это. Окей. А что ты думал? Опять на, по новой всех его последователей валить. Да, конечно. Угу. Это что такое? Кристаллы какие-то. Ты там бил вместе с камнями, там были какие-то кристаллы. Окей. Я не знаю, для чего они тебе, но они там были. Так, давай посмотрим, что у нас там вообще по этому. Так, откровение. Откровение. Что у нас по откровениям? Хранилище удобрений, тотем урожая. Круг демона. Лечебница. Исповедальня. Склеп. Давай исповедальню. Печенье, где раз в день можно исповедовать последователю и купить. Вот. Давай. Это опять какое-то священное дерево нужно для него. У нас его да, нет. Ну ладно, будем делать много священного дерева. Волифор там помирает потихоньку. Где он?
Да он за тобой. А. Ладно. Так, а вы чё все засрали? Да сделай уже туалетом, ёперный театр. Туалет! Ура! Ну, а где мы? Ну, логично, что где-то вот здесь, в тюрьмы. О, кстати, Дарвин там. Я и забыл про тебя, слушай, чувак. Ты тут как хоть это-то? Все нормально, ты усвоил урок. Сейчас на что угодно согласиться после такого. Да, горит. Все, говорит, окей, только выпусти. Хорошо, да. Ладно, иди гуляй. Я согласен, говорит. Это лучше, чем помирать там. Опа-то. Отлично, у тебя же новенькие. Да, сейчас приму. Курочка. Как тебя зовут? Нет, это плохое имя, Таргриар. Тебе явно не подходит. Цыпленок Цыпа тебя назовем. Ты прям похож на Цыпа. Ну Цыпа с большой буквы, не. Думаешь? Да. Ой. Ипац? Ипац. Цыпленок Ипац. Цыпа. Чудно. Так, облик не нужен. Ну давай выбор варианта, посмотри. Что ты там делаешь? Гермофобия, когда заболеваешь. Покорность врожденная и неверие. Ты подожди, у тебя врожденная покорность, а ты мне не веришь? Окей. Окей, выбор варианта можешь ну, посмотреть? А, не-не, так стало. Не-не-не. Так. Принят. Теперь ты добро пожаловать в культ. Так, иди добывай дерево. Так, а кто у тебя будет освещать-то? Саус. Саус и потяжка. Да. Страх смерти. Окей. Окей. Принимаем. На освещение его отправь. Где освещать? Вот сверху слева. Вот освещать лево. Слева! Я нет доступа. Кто-то освещает. Вот. То есть это недоступно? А, по-моему, нечего освещать, они уже осветили все, что могли. Тебе вот и золотишко вот это надо тоже же делать. У меня денег столько нет. Там только надо, там где-то требовалось оно. Ладно, делаю. Так нихера вот ко мне-то наделали. Ладно, молодцы, пока я там ходил. У тебя, кстати, пост скоро закончится. Что? Пост. Еще день. И можно новую заповедь провозгласить. Да, сейчас сделаем. О, туалет готов, все, супер. Тебе говорю, знаете, вот смотрите, вот здесь вот ходим в туалет. Надо сейчас на собрании скажу. Надо было еще продемонстрировать, как им пользоваться. А то вы тут все засрали, что могли. Полифор счастливый. Все, работать больше не надо. Ну да, у него пенсия. Так, собираемся. Новеньких. У нас, во-первых, пара новеньких. Так, ну этот... Долго шел. Братья и сестры мои. Думаем о короне и ягнятах. Теперь мы ходим в туалет. Теперь да. Во имя короны и ягненка ходим в туалет. Так, и новая заповедь обязательно. Обязательно, как без законов. Наверное, на... Ну давай на имущество, чтобы как-то... Ценный земный блок. Ну ладно, давайте хоть немного... Уединенная молитва или коллективная церемония? Все последние получают материал из православия веры после возведения улучшенных помещений для сна. Все последние получают ложный идол православия после установки украшений. Нет, лучше вот это, наверное. А мне нравится после установки украшений, хоть какой-то толк от них будет. Ну, давай, ладно. Подожди, все последние. А, ну давай. А то как бы они типа есть. Теперь мы радуемся мелочам. Да. С этого момента мы радуемся даже самым мелочам. Окей, говори. Тык. Угу. Чудно. А ритуалов-то больше нет никаких? Подожди, давай поменяем это. Надо в другой походить уже. Так. Или это не здесь? Это не здесь, это по короне. Во. Ну это мы ничего не открыли, давай походим в руну еретика. Хорошо, посмотри ритуалы. Что там? Смерть только может убить кого-то, может? Нет. Бракосочетание. Так, бракосочетание, еще вон глаз какой-то. Что такое глаз? Это накапливается в алтаре на 20% быстрее в течение 3 дней. Тоже же хорошо. Ну либо же никого не надо себе. Нам кости надо оставить, их мало. Грибов-то, ё-моё. Кто-то собирать-то будет сегодня, я не понимаю вообще ни хера. Так иди, отправь кого-нибудь.
А как их отправлять собирать? Ферму? Я откуда нет. знаю? Подожди, может... А есть что-то на сбор? Подожди, покажи мне. Вот мы... Где? О, вот. Вот, вот, мы открыли фермерский набор. Пугало. Темурожай. Постная яма. Кухня. Хуя себе, так-то до кухни еще до хера всего. Типа где-то должно быть уже здесь сборки. А, ферма 2, наверное. А тыкнуть можно? Там что-то написано про нее? Место, где хранится дом цены, последовательно будет складывать собранный урожай в сундук. О, господи, ладно. Средство. Ну тогда поставь какое-нибудь бесполезное украшение, повысим хотя бы веру в тебя. Ну. Она же в частном порядке тоже повышается, правильно? Фонтанчик. А мне крест там понравился больше. Смотри, он первый сам. Давайте фонарь. Фонарь. Фонарь поставим вот сюда вот. Сюда вот. Вот, супер, да. Парочку фонарей вот купим. Все, идите, ставьте фонари. Слушай, Волифор, мне кажется... Может, в жертву принесли? Серьезно? Да, говорит босс. Извини. Чудно. И на мясо. Всем стало грустно. Жрать, ребята! Опа-на. Извини, конечно, Волифор меня, но что делать? Иди еды, что ли, им приготовь, у тебя скоро закончится. Давай хоть это, подожди. У меня, во-первых, куча подарков всяких разных. Ожерелье, природу. Ты все еще мне ничего не подарил. Доверие. Жизнь вдвое. Скорость передвижения. Давай вот это. А почему ежу? А я? А я не знаю где-то. А ты иди найди. Да делать-то мне нечего. Могиль, вон ты. Ты уверен, что это я? Мне кажется, ты меня наебываешь. На, жизнь вдвое. Ладно. Убедил. Что ты там сделал? Жизнь вдвое. Долго будешь жить. Все, это я благословлю тебя еще. Че, мне даже не хватило, что ли? Не хватило, ты че шутишь? На тебе я подарок не могу. Че-нибудь, тюрьму могу заключить. Ладно, давай денег тогда. Тюрьму могу заключить? Не надо. Так, Савос, держи подарок. Цветочное ожерелье. Почему ты новеньким-то раздаешь? Ну, чтоб они верили в меня, продолжали. А старенькие? Старенькие не надо. Молодцы, хорошо работаете. Еще один подарок остался. Все? Еще один подарок же. Все, Вера, смотри, хорошо поднялась сразу. Так, пойдем, кстати, это. Подожди, тут где-то... Она была лучше до того, как ты Валифору убил. Подожди, а где у нас список? Кто? Во. Ты б еды им приготовил. Да какая еда у них еще постырит? Каламаров топи. Принести сот за дурманные грибы. А вот, кстати, кристаллы. Подожди, принести сот за дурманные грибы. Давай вначале вот эти вот. Смотри, сколько у меня много. Ну, давай. Это дурманные грибы? Да. Да, не сади. Не надо садить. Он, знаешь, он как будто как это, как котик раскапывает, чтобы сделать свои неприличные дела. Типа, давай принесем сот за дурманные грибы, заодно сходим на маяк. Да, давай, кстати, посмотрим действительно по поводу реликвии. У нас дурманных грибов так-то уже 72 гриба. Мы прям их насадили, ой-ой-ой. Я не знаю, зачем они тебе. Знаю, и все-таки глянь, а вдруг у тебя появился кулинарный шедевр? Мало ли. Он даже не устает, посмотри на него. А он потому что зачем... Вот, давайте ягоды посадим. А что это такое, ягодный туз? Да, все, пускай садите, я пошел в Содзо. У нас как раз ночь наступила. Как раз ночь, так, Содзо. Ты мне там что-то обещалась, я тебе кучу грибов принесу. Топ-топ-топ-топ-топ. Содзо? Сколько там ему надо было? Уже грибы. Серьезно, он отмечает? Да. Эти сгодятся. Ладно, я обучу тебе ритуалы, только никому не мне рассказывай. Отойди, нет, это тебе тоже мозги промоет. Так собираются грибные люди. Да, окей. В кругу грибочков. Он раздает всем грибы.
У нас что, не игра, там везде кого-то кроет. От грибов. О! Промывание мозгов. Вы можете провести в храме ритуал психологического воздействия на последователя веры. Останется максимальной в течение 2 суток. Неплохо, неплохо, я согласен. Отлично. Промывка просто. Мозгов. Не нравится, кушайте грибы. Готово, как видишь, я промыл мозги своим опасливым последователям. Какое-то время они будут делать все, что я скажу. Их вера в меня будет крепка, как никогда. Правда, после этого многие из них заболеют, но это уже их проблема. Тоже верно. Я тебя всему научил. Можешь идти в свой храм и проводить ритуал. О, спасибо. Ну ладно. О, еще один остался, ерунду новое. Правда, там они какие-то все бесполезные, поэтому... Ну, походим, смотрим. Так, облик новый нам не нужен, это не надо. Каин больше не болеет. Быстро выздоровел. Тут не работает твоя, это как и поломах. А, в этом вопросе-то да. Так, что, пойдем к маяку? Да. Пойдемте к маяку. Типа она сказала... Маяк, тень, чрево. Нет, чрево это тот чувак сказал. Типа, ну маяк, хорошо, вот. Че? Мы присягнем тебе. Так, а вам нужны линзы? Какие-то, я не знаю, что делать с вашими линзами, их линзами. Тоже не подойдите, туалет мне нахер. Не так красиво это делают. О, ботинок Конака. Чего? Вы выпускаете по 3 снаряда за каждую имеющуюся карту Таро или 2 снаряда, если у вас нет карты Таро. Подожди. Это что сейчас была? Подсказка? Это мы должны были найти? Нет, это, видимо, на маяке, видимо, одна из... Да, это реликвия! А. Ты вообще как там обнаружил? Ну, я просто маяк исследовал. Типа, видимо, маяк в тени маяка. Хорошо, давай по поводу чрева подумаем. А он сказал, да, ну, у нас, во-первых, не все открыты эти... Локации? Да, может быть, в другой локации это все дело находится. Я просто не знаю, где... Он сказал что-то про большого монстра, я даже не представляю, где большой монстр. Большой монстр. Как бы вот это считается большой монстр, наверное. Кстати, есть такое. Похож, по крайней мере. Ну, где-то тут, может быть, завалялось, вот, типа, вход большого монстра. Угу. Может, где-то тут, конечно, что-то завалялось где-то. Кек, конечно. Ну, вроде ничего нет. Может, ночью я хер. Я как-то думала, что... Ладно. Это чистая случайность, блин. Ладно. Так, что у нас есть еще по заданиям? Так, кристаллы. Найти кристаллы 25 штук и принести смотрителю мою колонну. У меня арт-шедевр сейчас кончится. Да хер на него, я вообще не понимаю, что ему надо от меня. Найти люльки по подсказкам кида и провести ритуал промывания мозгов. Пойдем в ритуал промывания мозгов. Я тебе еще говорю, ты хоть глянь на кухню, у тебя может появился этот кулинарный шедевр в рецепте. Думаешь? Ну хотя бы посмотреть. Ты же сейчас на новую локацию сходил, может ты что-то новое собрал, что входит в этот кулинарный шедевр. Ладно, видимо где-то в конце. Ладно, теперь куда? А, промывать мозги. Чудно. Так, иди сюда. Начали проповедь. А, мы можем себе это позволить, да? Как бы что собрать-то энергию лишний раз это? Давайте, давайте, братцы. Сегодня у нас новый ритуал, неожиданно, да? Так, что-то новенькое, да? Ага, усердие верующих, что это такое? Вы можете получить 3 новых проклятия во время походов. А мне оно надо? Максимальный запас усердия увеличивается. Друзья, проклятия это эти. Это вот эти твои суперспособности, по-моему. Получить 3 новых проклятия. Да. Это вот эти вот ты там щупальца, вот эта вот вся история. Да нет. Да. А зачем мне в смысле 3 новых проклятия? Типа я могу 3 проклятия таскать, это что-то не то. Нет, в смысле, что на выбор у тебя появится что-то новенькое. А-а-а. Нет, да. Давай лучше вон побольше мочить. Вот, видишь, чтобы наложить дополнительное проклятие. Так что это именно вот выбор. Ну,
То есть оружие у тебя есть обычное, классическое, а проклятие у тебя, видимо, пока выбор ограничен. Может, появятся какие-нибудь как раз таки... Не, давай лучше это побольше будем мочить. Ну, смотри. Что-то как-то не очень. О, сила! Прям видно было, как сила возросла. А ты не можешь новую заповедь провозгласить? Нет. Ритуал зато можешь провести. Ритуал я могу... А, 25 грибочков, все, так это фигня. Давай. Знаете? Так, брат, сегодня котики... у нас новый этот. Да, мы употребляем грибы. Да, мы будем кушать грибы. Вот каждому по грибочку. Даже по несколько. Вау. Их как будто нефтью облили. Они такие, оу. Нормально, вау, говорит, вау, хорошо. Хорошо кроет. Живем. Оу. Жди. Хочешь еще поженить кого-нибудь? Нет, стой. Нормально. Ну, все нормально. Вот, посмотри на них. Смотри, какие счастливые все стали. Ну да. Так, ну что, я думаю, пойдем, да, уже в следующей серии топи дальше. Да? Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.